Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертик. Сегодня вместе с вами поиграем в интересный мод под названием технофобия. Fear of Technology. У нас переводится технофобия, боязнь технологий. Ребят, мод довольно-таки большой, он 3 гигабайта целых вешал. Там что-то еще меняется внутри игры, еще там две папочки, там RAR заархивируйте, это туда скачайте, это туда скачайте. Что-то там в мод-ките у меня поменялось, видимо, туда-сюда. О, как это все долго дело, конечно, у меня загружалось. Ну вот, я так понимаю, мы дождались годного мода. Видимо, там что-то дальше в подвале у Васильевича будет интересно. Это состоит из нескольких стадий и так далее. Я надеюсь, что Васильевич меня будет видеть и так далее. Ну ладно, ребят, ставьте свои лайки, конечно. С вами, как всегда, я Леха Смертник. Мы начинаем. Давайте, ребят, поехали. Так, доброе утречко. А че телек? Опа. И что там? Что-то лайков я там не вижу. Лайки надо однозначно видеть. Так, в нормальном месте. Вот нормально все. Что, замки человечество зачем изобрело? Вот. Стульчик поставил, никто не зайдет. Нормально. Сидишь, какаешь на природу, смотришь. Как это все замечательно, как мне это нравится. Вот кладовочка имеется у меня здесь даже. А что стены такие мутные? Они прям реально мутные. Такие же мутные, как Васильевич. Васильевич еще тот мутный сосед. Стейк! Наконец-то жратва. Вот яичницу придется с пола. И чё, нормально. Нормально поем. Так, пойду на улицу. Фига себе, у меня здесь домик. Домик-то у меня здесь, чё орёшь? Ремонтик тут, правда, делается. Дун-дун-дун-дун-дун! Так, эти работают? Нет, не работают. Живет у меня тут рядом сосед Васильевич. Надо бы сходить к нему. Пойти узнать, как у нее делишки, как поживает. А то давненько не виделись. Я думаю, его подвальчик по мне соскучился. Так, что у нас здесь? Нифига у нас здесь нету. Так, ну пойдем. Нифига себе, у него майка висит. Васильич, это точно твоя майка? Ты что, в Майнкрафте украл, что ли, где-то или что? Он колесо потерял. Во-во-во, райончик тут такой. Во-первых, забыл заглушить, во-вторых, вон уже колесо хотели ночью своровать. Васильич успел. Успел, Васильич. Так, а Васильич вообще меня видит, интересно, или нет? Если просто не видит, то это вообще не весело. Васильич! Нифига себе меня пугает. А подожди, я ведь здесь был уже, по-моему, или нет? А это точно то дело? Наверное, то. Такое чувство, что я в этом домике уже бывал, кстати, между прочим. Причем не раз. Может быть, я что-то не то. Может, я реально что-то не то запустил. Я, по-моему, был здесь. Так, ну ладно. Странно это все дело. Так, это у нас куда отсюда идет? Походу... Подожди, это что, это в смысле просто другой мод у меня запущен, что ли, или что? Я что-то не понял, зачем он мне вот, говорит, в двух частях, это, говорит, скачай туда, это скачай туда. А запускать-то я откуда? Вот пак 1 в контент, пак 2 в моды. Вот как-то так. Ну, может быть здесь действительно, я просто помню, что в самом начале я проходил. А что, в смысле, хотят пак 2, хотят сказать, в моды это что? Это что, другой мод? Так, ладно, а нафига я тогда в контент это все дело закидывал? Ладно, непонятно все, я не понимаю, что я, короче, снимаю, в смысле, но вот в это я вроде бы уже играл. Может быть, я не то тогда запустил, микс мод, грузился фиг знает сколько, правильно. Так, ладно, все, извиняюсь. Здорово, Васильич. А, меня еще и Васильич не видит. Вообще замечательно. Как я это все топтал, а? Итак, привет, уважаемые друзья подписчики. Да-да, с вами опять я, Леха Смертик. Я, короче, разобрался. Это мод у нас, мод Mix Alpha 2. Но у меня такое чувство, что мы, когда его проходили, был только... Вот главный дом, вроде подвал, я смутно помню третий акт, вроде как мод в чем-то поменялся, очень сильно. Я нашел эту технофобию, короче,
Это вообще отдельной картой, мне пришлось ее ставить, причем автор нигде это не указал. Там это, короче, вообще карта напоминает кошмар в третьем акте, там, где мы в чулане, типа, маленькие становимся, наверх забираясь. Вот что-то, короче, похоже. После того, как мы пройдем этот мод, перепройдем, я не знаю, насколько тут все поменялось. Я вот сейчас починил соседа, я сниму для вас этихнофобию, конечно же. Мне пришлось удалить все сохранения, потому что я как раз перед выходом обратил внимание, что у соседа был ключ, но после перезапуска я смотрел, что у соседа ключа уже нету. Вот, как-то вот так вот у нас обстоят все дела. Я сейчас вот так сразу стану как-нибудь вот для своей заставочки. Конечно, вот с туманчиком не ярко. Ну, такое чувство, вот напомните, ребята, вот проходили мы этот мод или нет? Мне кажется, что его проходили, но был только вот первый акт и подвал. А там еще третий акт, есть какой-то финальный еще есть акт. Вот, как-то так. Ну, вот это начало я помню. Короче, ладно, ребят, поддержим лайками. Извиняюсь за такой жесткий офф-топ длинный. Зато вы комментик там свои увидели. Везде можно плюсы свои найти. Вот, как-то так. Я даже не знаю, как встать, потому что картинка, она реально будет незрачная. А, вот. Вот так. Вот так я встану. Вот так вам понравится, да. На аватарочку. Все, я понял. Ладно, давайте, поехали. С вами, как всегда, я Лёха Смерти. Давайте начали, лайки, не забываем ставить. Так, доброе утречко, оно реально доброе, мне такое чувство, что я недавно здесь был, да это ж мой дом, почему я на улице-то? Ну нифига, у меня огнетушитель есть. Да чтоб в пукан мой тушить после всего, что со мной происходит. Мне иногда чувство, что у меня вот после такого... Не, реально, у меня чувство после такого, вот и тогда, когда я с модами мучаюсь по часу, что у меня просто жизнь где-то через меня мимо проходит. Так. Спасибо тебе, второй голос, спасибо моей шизофрении. Ладно, давай, все, побежали, поехали. Так, у Васильевича-то, я надеюсь, ключ остался. Так, это мы тут глянули. Не знаю, кто мы. Я и моя шизофрения, и остальные мои личности. Так, и что-то я здесь ищу. И если мне не изменяет память, здесь что-то должно быть затарено быть. Ага, да, действительно, значит память-то у меня рабочая, работает. Васильич, у тебя все окна расшибу нафиг, ты в курсе об этом? Ну, будь в курсе. Куда он делся вообще? Васильич! Вот, у него ключ есть. Его, короче, не было до этого. На вот, Васильич, тебе коробку, а ты мне ключ отдай. Да, и все у нас, Васильич, с тобой замечательно. И на подушку еще. Поваляйся, поспи. Поспи, родной, немножечко. И чё? Смысл, мне же одному кажется, что этот ключ оттуда, я могу ошибаться. Мне кажется, меня вообще где-то наедают прям. Так, ладно. Ладно, всё, поехали. Васильич! Не надо! Не буди лихо, пока оно тихо. Так, надо сюда открыть. Сюда надо открыть, сюда надо. Ну подожди. Ну похоже. Это шутка какая-то или что? Ладно, фиксим. Может быть, без этого ключика можно все-таки все сделать. Я не знаю, можно ли, нельзя. Ну, в смысле, у меня реально чувство, что у меня... Почему у меня постоянно, вот если, знаете, вот эта беда не приходит, она, как говорится, горит сарай, гори и хата. Ну, мне же не кажется, этот ключ, вот он оттуда. Непоняточки. Ладненько. Живем прокладненько. Так, надо забежать к Васильичу и открыть вот эту заднюю дверь. Опа. Опа, Василек. Так, надо его выманить тогда. Выманиваю Васильича. Давай, Василич, беги сюда. Старайся. Вот на тебе, поешь. Кушать хорошо. Кушать надо. А я у него ключ тот второй красный оставил. Это же один и тот же ключ, наверное. Или нет? Чё вообще творится? Чё происходит? Так, давай. Беги ко мне. Повинуйся своему господину. Тоже не тот.
какая-то жесть вообще. А тут вообще все точно работает. О, магнит. Это хорошо, что я магнит нашел. Так, и нафига мне магнит? А вот эта вот дверь, она куда? Ну вот она на улицу ведет, а чё... А чё надо-то тогда? Чё она не открывается? Ладно. Та-та-та-та. В смысле, эта штука не открывается? Не, всё, говорит, работает, как часы, говорит. Только не швейцарские, а вот эти вот. Из-под пола, китайские. Так, стой, может быть... Да нет же, оно вот сюда вот так идет. Это по-другому, наверное, и не будет работать. Васильич, давай, 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 сюда, родной. Да, я туда прогуляюсь направо. Направо прогуляюсь. Так, здесь я вот забрал. Здесь вряд ли еще что-то есть. Мне нужно попасть на второй этаж. При помощи ключа. Не, может быть, здесь, конечно, еще где-то ключ есть. Вон Васильич есть. И дверь закрыл, да? Капкан Васильич, аккуратнее. Все, до свидания. Что-то у меня реально какое-то чувство, что что-то где-то сломано. Так, ладно, этим красным я открыл. Почему я не могу открыть заднюю дверь этим же красным ключом? Для меня вообще что-то непонятно. Что? Почему это так работает? О, смотри, еще генераторы есть. Что-то где-то открыл. А подожди. Во, я, по крайней мере, так могу сделать. И что мне это даст? Там окна закрыты все. Ё-моё. О, нифига себе, открываются. Так, ладно, допустим. Сейчас Васильич пылесосить начнет. Я залез почти. Отстань от меня. Я застрял. Я реально застрял. Да чё за бред-то творится-то, ё-моё? Ты либо залезь, либо вылезь, ё-моё. Чё вообще происходит? За что? А вот, наверное, чего этот ключ. Да. Во. Пошёл прогресс, пошёл процесс. Так, карточка есть. Одежда Васильича сушится. Громкость, чё орёшь, тоже есть, имеется. Вот, как-то так вот все обстоят у нас дела. Я не знаю даже дальше, что еще сказать. Так, давай дальше. Давай ходим, ходим, ищем. Ищем, ищем, рыщем. Так, что где есть? Нигде нету нифига. Вот такие вот дела. Не, ну чё, что-то же должно быть спрятано быть. Однозначно же, должно, должно. Правильно, правильно. Я не понимаю. Так, куда что дели? Магнит, магнит, магнит. Ворона, где что спрятано? Говори мне. Может быть, я отсюда где-то что-то... Не, ну здесь я карту забрал. Карта есть, допустим. Вниз я не могу пройти.
Ну, магнит, для чего-то же он мне нужен. Чего? И чё, ещё вот эта фигня, то что я... О, вылез! А подожди, а это должно быть... Я вообще, короче, мало что начинаю в этой жизни понимать. Так, зеленый ключ еще надо. Так, ладно. Все, у меня есть, в принципе, зеленый ключ. Мне больше ничего от этой жизни не надо. Давай, Василич, беги ко мне. Давай. Ты бежишь? Нет. Да ты издеваешься надо мной, что ли, или что? Да я-то куда полетел? Куда? Не надо! Опа! Нифига себе, вот это я молодец! По деревьям лазю. Да, Василич? Так, все, Василич. Да я прям помню, я в этом моде как искал вот этот зеленый ключ. Я, может, еще жаловался, что не знал, что открывать можно. Так, давай. Давай, поехали. Так, ладно, часики закрутились, как говорится, лайки у нас намутились. Так, и что у нас здесь происходит? Нифига себе! Ты чё за хоррор-то творится? Так, ключ. Вижу ключ. Мне так нравится вот эта яркость. Когда не видно нифига. Так, что-то где-то открыл. Куда-то зачем-то прошел. О, нифига себе. Картину в другой мир нашел. Да что тут у вас творится-то такое? Так, и что? И зачем я сюда? И зачем я здесь? Зачем пришел? Так, фонарик хоть нашел. Да ё-моё, Василий, что тебе надо от меня? По фонарику меня видишь, что ли? По фонарю под глазом? Ладно, лови меня, лови. Сейчас мы найдем хоть комнату. Да блин, не та комната. А может слева тогда комната, куда мне надо? Так, здесь... Здесь надо бы открыть. Ключ один есть. И лом же-то вот тут есть. Может тогда магнит здесь есть? Так, сюда комната тоже закрыта. Мне бы в правую зайти. Не, ну ключик-то один имеется же. Василич там, главное, на постоянку гуляет. Решетка.
загадка какая-то, что-то где-то открылось. Что, зачем открыло, непонятно. Да что тебе надо от меня? Уходи, Василич, я и так тебя боюсь. Уходи, говорю! Тести. Тести, тести. Дела мои на месте. Вот как от него в комнате избавляться? Если мне туда бы как бы пройти бы надо бы. Оп, нифига себе, там городишко. Не ходить или что? Да ты надоела камера, не надо никуда светить. А, ну вот. Это вход в эту дверь. А это вот та комната, в которой я был, которая на ключ закрыта. А это тогда куда? А там выход какой-то есть. А сюда, видимо, не пройти, или потом можно пройти. А фиг его знает, что можно, что нельзя. Так, а если я вот так вот просто сделаю, чтобы и здесь не шастать 385 тысяч часов? Я даже дверь не понимаю, какую я могу открыть этим ключом. Надо было Васильевича все-таки сделать, чтобы он не видел меня. Куда и зачем? Магнит. Хорошо. А, магнита можно взять лом. Блин, а как туда попасть-то? А где я был-то? По-моему, сразу в комнату налево мне надо. Ну так как-то поудачнее будет. Так, и отмычка теперь у меня есть. И вот этот ключ непонятный. И фонарик. Ладно, фонарик выкину. А то половина из вас ничего не видит, а так хоть видеть будет. Так, давай смотрим. Да ты надоел мне. Откуда ты ж берешься-то, а? Так, давай вот сюда.
Так, вот эту, может, дверь открывает? Во! Тут какой-то типа экшен идет. Зачем мне столько ключей? И чё, это сейчас ко мне опять бежит? Так, мне надо гаечный ключ. Который по-любому в каком-нибудь уголке лежит, в котором я его просто даже найти не могу. А тогда справа дверь чем открывается? Вот это. А, на этой же отмычке и открывается. О, уже хоть какие-то эти пошли. Так, ладно, отмычку можно вроде как убрать. Василич, иди нафиг. Не до тебя. Так, короче, все открыл. Надо гаечный ключ. А что за решетку я открыл тогда, когда эту штуку открыл? А может, решетки туда, вдаль открыл? Да нет, закрыто. Ну какую-то же решетку я открыл. Я прям помню, что я что-то в этом. В прошлый раз я прям вот здесь вообще жестко застрял и не мог найти этот френч. А он где-то прям лежал, причем на видном месте. Вот, я вот эту решетку открыл той штукой. Причем френч прям вот где-то вот на таком видном месте лежал. Что я на 20 раз перебегал такой, типа, как так я его не увидел? Ну вот не вижу. Не вижу, где, кого, чё. Может, здесь где лежит? А может, не лежит? Чё за ерунда творится, непонятно. Так, Василич там застрял. Это хорошо, что он застрял. Да где ж он был-то, а? Так, ну эту штуку нет смысла открывать. Может, на полке где-нибудь? У тебя не помню. Так, замок. Так, я, короче, сейчас опять буду здесь 1000 лет бегать. Блин, ребят, сорян, у меня тут еще просто какие-то свои личные проблемы сейчас идут. Мне еще телефон разрывается. Я сейчас просто гляну, где френч. Я прям помню, в смысле, что я в прошлый раз вот так же с френчем просто попал. Бегал непонятно. Но тут вообще выпуск такой, в смысле. Черт побери, называется. А подожди. А в смысле? А френч-то далеко. А другого что, нет френч? То есть, я наверх никак, что ли, не могу? Подожди, а что? А кого? А, он меня поймал все-таки, пока я тут это...
есть старый вренч, в смысле, а новый вренч? А чем открывать-то, ё-моё? Тут еще темно, нифига не видно, я вот и пытаюсь увидеть хотя бы. Так, откуда здесь начало-то идет у нас? Вот, вот здесь. Так, где? Начало не могу найти. Вот. Решетки у нас чем открываются? А, короче. Давай, иди, Василич. Я выключатель. Наверное, кто-то из вас по-любому заметил этот выключатель. Самый такой этот. Да, он здесь просто был все это время. Давай. Пошли дальше. Так, и здесь пытаемся куда-то добраться. У меня мозг реально сейчас сломается. Так. Вот здесь, значит, видимо, снизу есть выключатель, который эту штуку запустит. Пробираюсь дальше. А вот он, вренч. Но мне сюда нельзя. Мне нужно найти еще один выключатель, которым я открою вренч. Это вообще, это в смысле, я не знаю. Я балда. Так, он говорит, беги туда. Хорошо, бегу сюда. Ага, это отсюда. Не открывает. Это хорошо, что не открывает. Конечно же. Так, может здесь какие-то ключи есть. Так, ну давай вернемся. Ну, там тут еще другие поворотики были, между прочим. Поворотики и нервотики. Где-то. Так. Это что, никак не сбить? Не остановить? Так, ну я же могу, по-моему... Так, откуда я пришел? Так, здесь тупик. Хорошо. Так, здесь, да, здесь я врубил этот. Так, а в левую часть я разве никак не могу попасть? Вот. Здравствуйте. Значит, я все верно иду, наверное. Подожди, я здесь был уже. Опа. Вот эта, наверное, штука и открывает. Так, ладно, давай ружье уберу. Может открывает, может не открывает. Я не знаю, сейчас бы мне туда добраться. Офигеть, я бы здесь вот в такой темноте бы бегал без фонаря. Ну как без фонаря? Нафига я сюда же спрыгнул? Мне не сюда нужно. Алло. Да, да, тут даже решетка нарисована, открыта-закрыта. Так, с этим ладно, все понятно. Сейчас, главное, вернусь назад. Вспомню, где еще этот зад. Ага. Все, отлично, побежал. Что-то где-то нашептал. Так, наверх тут я залазю. И куда-то я пролазю. Да ну! Куда я прибежал-то? Зачем? Васильич, отстань. Мне не сюда надо было. Так, вот. Сюда бегу. Потом сюда заворачиваю. Наверх поднимаюсь. Эта штука открыта. Сюда спускаюсь. Вот, да. Она открывает замечательно. Отфига этот ключ-то я взял? Вот тут, видите, злой дядька стоит. Наблюдает. За вами придет, говорит, если лайки не поставить. Так, ладно, теперь мне надо вернуться назад. Без фонаря причем. И эта штука причем не работает. Иди, говорит, сюда, говорит, братан. Не пройдешь, говорит, ты сюда никак, потому что сверху я там не врубил. Ну да ладно. А вот что выходы всегда есть.
фонарик выкинут. Выходы есть, это, конечно, жесть. Так. Так, я, по-моему, сейчас пришел не туда. А, ладно, все, все нормально. Так, где тут это? Вот, вот, вот. Все, часики закрутились, лайки намутились. Это какой-то самый, я не знаю, это... Какой-то самый косячный выпуск с моей стороны. Я не знаю, как это еще по-другому назвать. Как-то так случается. Как-то так бывает. Так. Вот. И у нас начался третий акт. Вот мы его проходили или нет? Или, по-моему, проходили. Или не проходили. Фиг его знает вообще. Я вот что-то не помню. Вот этот вот дом выглядит как-то вот-вот знакомо. Вот эта вот штучка. Мне реально кажется, что проходили все-таки. Зачем тогда я этот мод перепрохожу? Зачем я вообще это снимаю? Потому что я скачал эти 3 гигабайта ради... Там вот этой фобии, не фобии. Теперь дальше проходить это. О, кстати, ключ у него есть, нет? А то если я потом выйду, я потом уже не зайду, как говорится. Что-то вот как-то я смутно все это дело припоминаю. Чего снимаю вообще? Зачем снимаю? Для чего снимаю? Для кого снимаю? Вон могила у нас есть. Чего здесь только нету? Я не знаю, напишите в комментариях, все-таки проходило это дело, не проходило, стоит ли это дальше проходить, не проходить. Ну, потому что технофобия там вообще, в смысле, как-то я не знаю. Это как-то это все очень странно, в смысле. Я вообще смогу вот даже запустить ее сейчас, секундочку. Давайте я вот ее даже запущу. Вот в мэпсах она у нас закинул. Зачем я качал 3 гига? Ради этого мода? Или типа... Может, я какой-то мод недозапустил, типа, и сейчас я вам сейчас вот запущу эту технофобию даже. И вы все вот увидите. Ну, по крайней мере, по картинкам это она. Зачем качать 3 гига, непонятно. Почему часть контент, часть вот, непонятно. Вот, видите, вот это вот технофобия. Hello. Привет! Hello. Здорово! Ты чё, Василич, кому звонишь? Полицию звонишь, небось? Так, я тут понимаю, здесь надо целую гору этих найти. Так, если у меня время сейчас позволит, то я этим и займусь. А может не позволит, может не займусь, не знаю. Так. Про третий акт как-нибудь потом отдельненько напишите. Так, ну давай, давай. Вот я пошел. Hello. Пошел. Hello. А как мне сюда попадать? А, ну Hello. Это типа... Hello. Hello. А чё вообще? Hello. Hello. Стой, а она выше? Тут батут. Hello. Может сюда? Че я такой тупой-то сегодня? Ну не тупой, я обычно вообще, в принципе, всегда тупой. Но сегодня тупее тупого. Эту штуку я не могу взять. Hello. Как будто мне надо перепрыгнуть сюда и дальше пойти. Это какие-то шутки или что? Вот Василий стоит. Вот все разрушилось в самом начале. Упало. Все попадало. Ну вот. И че? И кого, и куда? Так вот чувствую, вот сюда надо что-то кинуть. Там вот это стоит, светит. Ну стоишь, светишь, как бы и флаг тебе в руки. Типа я должен как-то на батут залезть.
Подожди, а если вот так перезагрузить? Может, что-то неправильно сломалось? Мне кажется, голова моя неправильно сломалась. Что я еще делаю? Не, они вот сразу падают, такие разбитые. Дважды я прыгать не умею. Ага. Радио могу включить-выключить, допустим. Осколки упали. Ну. И чё? Не, понятное дело, что это как-то все дело работает. То как это работает? Василиш, как работает все? Давай разбирайся. Чё там хеллоу-то? Хеллоу, хеллоу. 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 Вот как будто у меня должны быть коробки. Я реально, я не понимаю. Что от меня требуется сделать? Я забыл, как слово переводить. Я такой тупой вообще сегодня, прям, в смысле, прям... Не будь тупым, как Леха Смертник. А то это фигово. Ну, ты думал. И чё? Чё я думал-то? Я не думал. Странные дела, странная суета. Вот мне надо кинуть вот сюда. По-любому. Либо на батут залезть. Вот я перепрыгнуть не могу. Ты думал. Фигня сразу падает, ломается. С телефоном я ничего сделать не могу. Даже Василич мне волшебного пенделя не может дать, чтобы я полетел. Hello. Hello. А чё за бред-то? Hello. Hello. Сюда тоже я не могу перепрыгнуть. То есть мне не дает вообще ничего сделать. Ящики не дает взять. Василич, Hello. Дай чего-нибудь. В батут я не могу залезть. Как я туда залезу? Может, его все-таки обойти можно как-то? А как я его обойду-то? Сюда я могу залететь? Вот сюда я могу полететь. И просто взять и улететь. Может, что-то у меня недозагрузилось или что? Что вообще происходит? Чем я занимаюсь? Вообще, что? Для чего? Почему и зачем? Вот эта штука, например, работает. Hello. Hello. Вот этот выключатель. Но я же должен как-то вот сюда упасть. Чего? Еще доска какая-то упала. Ну, типа, если оно должен туда перепрыгивать как-то. Такое чувство, что мне что-то где-то не доставилось или что. Что это вообще такое? Что это такое? Зачем это? Почему это? Для чего это? От чего это? Моя твоя не понимать. Hello, hello. И третий акт я, по-моему, проходил. Зачем я вообще это качал? Вот 3 гига, вот чего? Зачем? Что мне с этой штукой делать? С телефоном? Как мне долезть и туда? Я понимаю, кто-нибудь сидит по-любому такой, говорит, Лёх, ты... Кого? Чё? Вниз я плюс не могу провалиться, потому что здесь стена, если оно, я падаю вниз.
То есть смотри, значит, я могу задеть все-таки батут, получается, у нас. Ага. То есть извне. Как-то я вот сейчас его задел. Ну, мне кажется, это исключение, не правило. Я, короче, я вообще ничего не понимаю. Короче, я просто сейчас сделаю вот так. Третий акт, потому что мы, скорее всего, проходили. Поэтому нам это не интересно. Мы сейчас просто возьмем. Какие это вообще потом удалять будут? Мы возьмем сразу, просто врубим финал. Мы врубим финал. То, что мы прошли третий акт. И все, я хочу со всем этим попрощаться. У вас сейчас все это дело запустится. А что это упало? Hello! А что это я пока свернул? Что это вообще такое? В смысле? Что за дичь здесь происходит? В смысле, алло? Все, в смысле? Hello. Почему это все сломалось? Как это должно работать? Еще что-то делать? Я просто вот врубаю финал моды, который мы до этого проходили. И все, мы будем считать, что мы, короче, все прошли. Что мы красавчики, что вы красавчики. Я вообще не красавчик ни разу. Я дурачок. Возьми с полки колочок. Дурачок. Вот. Вот, мы сбежали от Васильича. Да, я помню. Да, мы полностью проходили этот мод. Я помню эту квартиру, да, значит, третий акт мы проходили. Вообще, зачем я это начала перепроходить? Чем вообще занимался? Для чего? Только он, по-моему, был что-то то ли меньше доделан, то ли что. Вот и Васильич стучится, стоит. Вообще, зачем я этот ролик снял? Ну, чтобы вы смотрели, чтобы вы такие, о! Да, это как-то ерундой позанимаюсь. И вот, ну, Васильич стоит, стучится, но... А зачем я... Зачем у меня вообще качается вот этот микс мод Альфа 2 отдельным паком, плюс вот эта технофобия, это все в одном месте, и в смысле, ты, говорит, качай вот это, говорит, проходи. Технофобия вообще ничего не понятно, и это... Короче, у меня вообще весь день куда-то ушел на бикрень. Ладно, ребята, если понравился ролик, что, конечно, вряд ли, ставь свои лайки, подписывайтесь на канал, жмем на колокольчик. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник, и 47 минут полного бреда. На этом все, ребят. Всем счастливо, всем пока. Увидимся. Спасибо, что остаетесь со мной. Ваш Леха Смертник. Удачи!